Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Zarbaz Games. С вами снова NeoZar и очередной первый взгляд на игрушку Might of Scare. Всем приятного просмотра и поехали. Новая игра. Так, уровень сложности давайте средненький выберем, потому что мы игрушку только смотрим, нам сложного уровня здесь не нужно. Dearest Thomas, these are not words I wish to write. My father has learned of our plans, my love. Yet there is more, far worse, that I wish you to understand, but I fear you may believe me taken with madness. My father seeks to use me, as I have come to believe he used my poor mother. He wishes me to sing for him as she did, to become the star attraction that will draw good folk to this accursed spit of land. My refusal to do so has led to my confinement here at Scare Hotel. Stop, Scare Island. I cannot explain further, but ask that you trust me. I beseech you to compose a melody for me, a counter to the song contained within this locket of my mother's. I realize this request will seem strange, that your first thought will be to come straight here. But without your composition, all hope of holding back the darkness gathering here will be lost. Your love. Always, Elizabeth. Ну что же, я могу сказать, что когда сейчас вылетело название игры, я уже испугался. Ребят, игрушка представляет из себя такой, можно сказать, ужастик. И ужастик с элементами выживания. И создана игрушка по каким-то сочинениям в великобританском стиле. Какие-то детективы, я так понял, ну, читая описание. Вот, вообще отзывы в Стиме очень положительные, поэтому я как бы ее смотрю вместе с вами и вам показываю. Так что, может, кому-то зайдет, кто-то будет в нее играть, так же, как и я. Ну что же, мы приехали куда-то, я так понимаю, в отель Сквер. И давайте посмотрим, что же здесь есть. Так, ноты. Томас Эванс. Ну, в нотах как бы я не очень-то разбираюсь. И не могу ничего сказать, может что-то здесь какая-нибудь записочка есть, вращать. Ну, я не вижу, например, здесь ничего, если кто-то в нотах разбирается, может там кто-то на пианино сыграет или на фортепиано, кто как. В общем, давайте положим эти ноты. Я так понимаю, что мы играем с вами на девушке, да? Вот, и прибыли в отель Square. Так, это что, это моя балалайка? Или что это? Балалайка, скрипка, балалайка. Так, ну, денежки какие-то валяются. Так, девушка у нас курит, я так понимаю, да? Ох, не люблю курящих девушек. Так, что здесь у нас еще? Больше, в принципе, ничего. Ну, ладно, давайте выходить отсюда. Так, дверь давайте закроем, а то мало ли здесь какая-нибудь сейчас это абракадабра побежит. И совсем страшно будет. Так, запасы. Так, проверить, что это такое. Ноты Томас Эванс и музыкальный медальон. А могу я что-то сделать? Так, проверить. Так, вращать. А можно его как-то включить? Зачем мне его вращать? Если я могу включить. Я так понимаю, что это матушка нашей героини. Она про нее сказала. Ладно. Что-то странно, что в поезде больше никого нет. Я здесь типа как моя героиня одна, что ли, еду, да? Ну, правильно, в этот отель никто не хочет, потому что она и сказала, как бы она в жопе мира в каком-то отеле заставляет отец ее петь. Ладно, давайте выходить и, наверное, продвигаться к отелю. Смотрите, вообще прикольно, да? Так, паровозик встал. Где, кстати, где сам паровозик?
А, то есть смотрите, как сделано. То есть вон там, наверное, это начало вагона, а здесь чисто только для меня выход, потому что вот здесь, мне кажется, люди бы не вышли, потому что они бы тогда попали просто в елки. То есть реально, что я как бы ехал вообще, то есть ехала, наверное, точнее, ехала одна на поезде. Ну да ладно. Так, что здесь у нас еще такое? Так, а зачем мне сюда нужно было войти? Наверняка, может, кто-то за мной побежит, и мне нужно будет сюда прятаться. Так, могу я, да, могу я приседать? Могу я приседать, могу я вставать обратно. Так, ну давайте почитаем, что из себя представляет отель «Скер». Грандиозное повторное открытие. Отель «Скер». Специальное выступление... Эй, я тебя не отменял. Специальное выступление Элизабет Уильямс. Новая скерская дева. Дочь знаменитой поющей сенсации Пруденс Уильямс. Наслаждайтесь исцеляющим спокойствием на целебных водах мыса Сквер. 30 октября 1897 года. Да, странно сделано, что почему-то исчезает записка, хотя мне нужно прочитать. Так, ну, я так понимаю, отель Скер. Так, где мы с вами? Так, а мы где-то, ну, где-то здесь. Я по карте не вижу, чтобы написано была станция. А, вот, Скер Стейшн, то есть вон там. Вот, видите, Скер Стейшн. Нам нужно, короче, сюда-сюда и куда-то вверх. Ладно. Скер Исланд. Ух ты, я не думал, что как бы вот такие вот, знаете, вот такая вот штука, на чем кабели накручивались. Я не думал, что в 1897 году была такая штука. Это у нас, знаете, можно где-нибудь даже в лесах еще увидеть, такие вот заброшенные фигни валяются. И настройки там вот такие вот раньше были. Кто видел, тот поймет, так скажем. Так, могу я бегать на своей героине? Да, могу, смотрите, ну, графика, интересные графики, я могу сказать. Так, бежать, но бежать я уже как бы показал ребятам, как можно здесь бегать. Так, бежать, наверное, не будем, она... Ноги есть у нее? Да, ноги есть, я смотрю, ноги видно, это уже хорошо. Я вообще думал, что она на каблуках, она не на каблуках, она у нас в штанишках и в ботиночках. Ну что, любуемся красотами? Красоты, знаете, мне ведьма из Блэр напоминает. Только ведьма из Блэр, она фризила и тупила, и вообще несказанно как. А здесь смотрите, какая графика. Зачетная графика. Красиво, мне нравится, я бы здесь с удовольствием погулял. Так, грандиозная, ну это мы уже с вами читали. То есть вот, наверное, моя героиня справа, а вот ее матушка слева. 1897 год. Интересно, куда мне матушку подевалась? Она будет со мной пить или не будет? Ух ты, смотрите, какой отель, да? Ну, вот как, когда здесь светло, я бы здесь в этом отеле тоже бы как бы пожил. Осторожно, злая собака. Ух ты. Ну, собак-то я люблю, но... Как бы... Надеюсь, она мне не цапнет. И как? И как мне сюда зайти? Эй, звоночек-то здесь есть какой-нибудь? Эй, алло! Алло, все? На этом игрушка заканчивается? То есть злая собака и все, да? Ну. Ну, короче, поехали. Поехали, ребят, отсюда обратно. Там злая собака. Злую собаку мы боимся. Так, применив. Так, что это такое? Так, это понятно. Так, фонографы, примечания. Так, карта недоступна, понятно. Что ничего не понятно, куда мне идти, непонятно. Так, может быть, что-то здесь как-то на что-то нажать, я даже не знаю. Как-то странно, что я не могу не войти, ничего. Эй, ну откройте мне дверь-то. Вот видите, то есть осторожно, злая собака. Почему-то то у меня рука какая-то вылетает, то у меня ничего не вылетает, то у меня кнопка вылетает. Вот сейчас кнопка А вылетает, что такое осторожно, злая собака. Непонятно, чуть-чуть непонятно мне как это делать. Какая-то еще там, я не знаю, за кадром поет. Ну ладно, пошлите отсюда. Если здесь нас не пускают, может быть, здесь, где-то вот здесь вот нас пустят. Здесь, видите, тоже такой проходик. Я его видел, когда мы сюда шли, видел проходик. Через центральный зал, конечно же, мы и не можем войти, мы ее пойдем так. Ну, в принципе, смотрите, какая красота, а. Ох, я бы сейчас с удовольствием здесь засел бы на какой-нибудь там шашлычок под коньячок. Ох, вкусно очень. Так, слышите, собака где-то лаяла, да? Вот, я ее слышу. О, может быть, это центральный вход? Или нет? Или да? Опа, красотища.
О, можно, кстати, на пианино сыграть. Так, я все время закрываю за собой двери. Потому что мало ли, что когда-нибудь так начинаешь играть такие игры, и когда-нибудь так это, ну, так спиной стоишь, и сзади тебя как оба, и все. Так, ну что, давайте я на пианино, наверное, вам сыграю чуть, да? Ну, я могу только собачий вальс, наверное, сыграть, но здесь я его не сыграю, потому что здесь как бы мало нот. То есть не мало нот, а мало мне на кнопочки дают. Так, что это у нас? Игра, пожалуйста. Опа, сохранение. То есть, когда мы видим патефон... Блин, лучше бы она не пела, а? Фу, ужас какой-то. Фу. Так, ну вот мы видим нашу маму с дочкой, то есть, ну, со мной как с героиней, да? Книжки. Это, так я понимаю, какая-то загородная резиденция или загородный домик, что это такое? Вот, смотрите, кстати, наверное, можно как-то сыграть на пианино, может, какой-то ништячок вылетит. Но, к сожалению, я не знаю, как играть. Ладно, идемте дальше. Мы, в принципе, в первом взгляде смотрим графику и смотрим интересность вообще игры. Пока что ничего не могу сказать, потому что ничего не понимаю. И вообще, что здесь и как происходит. Так, мы с какого-то, я не знаю, там, входа, с задним входа зашли. Я чувствую, что здесь нас может покусать собака. Так необычно, вообще как бы отель, а народу вообще нет никого, я здесь хожу один, да? Может, это вообще и игра из себя ужастик не представляет, а представляет как бы симулятор ходьбы, как многие пишут в комментариях, о, еще очередной симулятор ходьбы. Да, возможно, но как бы писали, что здесь должно быть страшно что-то. Это что такое? Ну, вот это вот сюда, это вообще как бы НЛО, здесь вообще ни при чем. Видишь, что это такое? Я это вижу. Как бы, знаете, такой иду, как бы иду по природе, а здесь фигакс и что-то непонятное. Опа. Вот, я же сказал, что сейчас собака меня здесь сожрет, точно. Собака-то меня не знает. О, это был призрак. Стопудово это был призрак. Так, а могу я где-то вот здесь пройти или нет? Не могу. Ха, интересно. А, вот, смотрите, калитку можно открыть. Хоп. Собака, иди сюда, моя хорошая. Где ты есть? Блин, она где-то гавкала. Где, непонятно. Ну ладно. Давайте продвигаться. Пока все чертовски красиво. Ничего себе, героиня у меня дышит. По-моему, так дышит мужик какой-то. Вам так не кажется? Может, я вообще играю на мужике? Может, это вообще не Элизабет? Элизабет ведь ее вроде звали или нет? Так, окей. То есть, смотрите, я прошел. Ага, вот здесь мы с вами заходили. Я так понял, да? Сейчас мы обошли все это по кругу. Хорошо. Мы продвигаемся с вами к отелю. Ну, наклейки мы уже видели. И вот он, ребятки, вот он отель. Ну вот сразу могу сказать, минус, огромный минус. Ну, если вы играете на девушке, ну почему звуки мужика? Scare Hotel. Да, нормально. Я в таком отеле, конечно, бы не стал жить. Такая, смотрите, какая-то это вообще. Карета здесь чья-то. Не знаю, раз и развалины. Как будто здесь уже кого-то убили.
И кто здесь в этом отеле будет жить? Нет, я, конечно, так понимаю, что, может быть, они оценят природу, поэтому так все это сделано. И чувствую, сюда мы не зайдем, да? Да, сюда мы не зайдем. А могу ли войти вот в этот домик? Да, могу. Окей. Так, закрыть быстренько дверь за собой. Хорошо. Текс. Что это такое? Давай. Это я типа открыл дверь, да? Здесь так двери открываются. Прикольно. Мне вообще-то казалось, что это, знаете, на кораблях такая эта фигня. Там задний ход, там еще какой-то ход. И вот он, наш отель. Наконец-то мы с вами добрались куда-то. Да, фонтанчик-то нужно было почистить, мне кажется, да? Там рыбки плавают. Знаете, таких вот, как в Таиланде бывает, в таких вот фонтанчиках все время такие красные рыбки плавают. Грандиозное, как бы переводится, грандиозное повторное открытие, можно так перевести. 30 октября 1897 года. Окей, пошли. Пошли, пройдемся. Пойдем, пройдемся и посмотрим. Используйте фонографы для сохранения игры. Ну, я здесь уже вам показал. То есть фонографы — это граммофоны вот эти вот стоят, которые, если к граммофону вы подходите, то вы сохраняетесь. Вот, вот, вот и началось. Пяток крови. Отлично. И, конечно же, здесь сразу темнота. Все, природа кончилась, и мы с вами попали в отель. А где папанька наш? Папаньки я что-то здесь не вижу. Я здесь, в принципе, вообще-то никого не вижу. Мне показалось, или телефон где-то звонил? Я записываю сейчас, ребята, вечером. Точнее, не вечером, а ночью уже. И прям что-то мне даже это как-то страшноватенько становится. Вот, я же сказал, телефон где-то звонит. Давайте закроем дверь нахрен за собой. Где телефон? Че, он уже не звонит? Это Томас. Это Томас. Элизабет, это ты? Thomas, my Thomas, you do not know how wonderful it is to hear your voice. В письме ты писала, что тут произошло, где ты? I do not have the words or heart to voice it. It is far too terrible to recount. Please be careful, my love. This place is no longer safe. I prayed that you received it, hoped that you would come. I know my request must have seemed strange, and I fear it was all for naught, that everything has changed now. I'm safe upstairs, but I cannot leave the attic. I've had to lock and bar the door, hide away from the others. My father and uncle. Staff, they have been beguiled by the darkness that inhabits this place. They are no longer themselves, but stalk these halls, attacking anyone that makes a sound. Please, Thomas, listen carefully. Together we can put a stop to all of this. My father made recordings on brass cylinders of a song, a strange melody that affects the mind. If all of the cylinders are played together on the harmonium, this madness will end. You need to find them and bring them to me. А, смотрите, ребята. Значит, мы играем не на Элизабет, вот, не на девушке, а на мужике, на Томасе. Ну, я так понял, что это тоже какая-то запись разговоров, и она говорит, что нужно сделать Томасу. Значит, мы Томас, значит, мы мужики, все хорошо, значит, у нас все замечательно. Что это такое? Могу я сюда залезть? Нет. То есть нам нужно разобраться тогда
Сыпалин, мне как-то это, знаете, такой холодок сейчас по спине пошел. Как-то страшноватенько, если честно. Светлой памяти Проданс Уильямс. 94-я светская дева. Пусть твоя песня живет вечно. А, ну это мать Элизабет, я так понимаю, да? Блин, у меня мурашки по коже. А можно отсюда выйти? Не, на самом деле, я бы отсюда уже ушел бы куда-нибудь. Эй. Здесь кто-нибудь есть? Можем ли заселиться? Речь Исаака на грандиозном повторном открытии. Прочесть. Генеральная репетиция грандиозного повторного открытия. 22 октября 1997 года. Подготовка большой физиологической проверки звука. Окей. Журнал. Так, примечание. Так, хрен с ним. Блин, кто здесь? У меня реально мурашки по коже от этого места. Пипец. Блин, а я думал, девушка, еще такое вам говорю, вот смотрите, что-то как-то девушка дышит, не как девушка. Оказывается, мы на мужике играем. Все у нас хорошо. Блять, я вообще думал, что это привидение вон там вот идет. Ну и как бы не отложить кирпичики. Отложить кирпичики в этих играх достаточно быстро можно. Так, но Элизабет сказала, что она где-то на чердаке. Может, нам сразу на чердак двинуть и как бы и все, схватить ее за одно прекрасное место. И сказать, пошли-ка нафиг отсюда побыстрее, пока поезд стоит. И уехать нахрен с этого места. Я бы сделал, конечно, так. Они искали цилиндра. О. Это орган, ребят. Всю жизнь мечта была на органе. Вообще поиграть. Орган мне очень нравится. Так, зашибись. И что? А где чердак-то? Блин, все так скрипит, это вообще пипец. Ну что, можно выходить, наверное, да? Опа, смотри, кровь. Какая-то бутылка. И это что, надписи? Опа, да, это надписи. Сопротивляется песня. Кто? Да, здесь веселуха была. Здравствуйте. Можно я вас чуть-чуть похожу по вашему отелю? Здесь мне здесь никто. Так, ресепшн, туалет. Что, в туалет пойдем? Как раз сейчас там и личинку отложим, да? От страха. Здравствуйте. Можно я здесь в туалет схожу? Не, нельзя. А, ну это мы на ресепшн, в принципе, вышли. Где мы с вами и ходили здесь. Ну, я думаю, что на этом можно и заканчивать, наверное. Потому что мне что-то, ну, реально страшно становится. Что это такое? Что это? А, это показывает места, да? Кухня, холл-театр, грин-холл, офис. То есть вот схема нашего отеля, да? Окей. А это кто? Так, а это, наверное, папашка, да? Папашка. Еще какие-то мужики с ним. Свет можно включить? Нет? Ну, хрен с вами. Блин, страшно. Реально страшно. Я не знаю, как передает эта запись. Ну вот мне реально страшно, когда я все время такие игры записываю по ночам. Чтобы максимально себе пощекотать нервы и какой-нибудь адреналин получить. Что и вам желаю, чтобы вы тоже смотрели такие вот игры по ночам или играли тоже по ночам. Так, что это? Музыкальный медальон. Опа, закрыто, да? Зашибись.
Этот элемент нельзя, нельзя открыть. А как? А где же мне ключ найти? Блин. Ну ладно, пошли сюда. Здесь посмотрим что-нибудь. Хорошо, что пока не так темно, как вообще там в одном месте, сами знаете, у кого не буду выражаться. Так, смотрите, патефон, я могу здесь записаться, да? Фу. Собаку побили, а? Уроды какие. Так, ну ключей здесь никаких не вижу. Я так понимаю, что мне нужно какой-то ключ было взять, да? Ключей здесь не вижу. Так, больше там никто не вышел пока? Вроде как нет. Ладно. Is anyone there? Да-да-да-да-да, я здесь. Who's there? Who are you? Я... Меня зовут... А, вот, все, вот сейчас вот точно, что 100% мы Томас Эванс. Henry! Henry Hughes! You must get me out! Hurry! We must get this door open! Why do you think? They're clearly rogues. They're trying to kidnap me. Please, hurry! Do something! What? No! No, don't leave me! They might return any minute! Oh, do something! I can't break it down from my side. Good. Good. Try again. Harder, man! Throw yourself into it! Wait. No. They're coming. Oh, God, please, no! No, don't do this! Whatever you want, I... Зашибись. Зашибись. Кто это был? Обалдеть. Да уж. Да уж, да уж. Блин, мне хочется найти ключ и посмотреть, кого там убили-то вообще. Музыкальная кукла. Вращать. Давай. Что завести нужно будет. Я вот вообще в играх таких привык подсказки. Вот когда ты вращаешь предмет, привык подсказки какие-то находить. А здесь как будто это... Ты просто себе берешь и все. Что это? Блин, как же все скрипит. Как же страшноватенько-то, а? Ошибись. Нажал на кнопочку, блин. Слушай, а можно я еще нажму на кнопочку? У меня даже, может быть, все включится. Я не хочу так ходить. Не страшно. Ёпта. Че это? Не знаю, че это, но... Это пипец как
страшно. Слава богу. Свет снова включился. Я на чердак уже приехал. И сейчас, может, здесь мы и Элизабет найдем, и все. И будет у нас очень-очень-очень-очень хорошо. Да нет, не так все просто в этих играх. Слушай, здесь вообще кто-то жил непонятный. Граммофон. Опачки. Кто это? Ой, блядь! Твою мать! Ёбаный рот! Ты кто, бля? Охренеть! Где какие цели-то у меня написано? Примечание предмета, нужно примечание. Блин. Вот это меня сейчас шандарахнуло, а? Я не знаю, как вы, ребят, но я такой сейчас адреналин хапнул. Это просто звездец. Что тут еще? Бутылка. Вращать. Успокоительно. Во, мне нужно его восстановиться. Давай. Класс. Восстановился, это уже хорошо. Блин, куда идти-то? Где я, черт возьми? И что это за чучело там было? Что это за мужик прошел? Так, ну ладно, здесь, по-моему, ничего нету, да? Давай сюда пройдем куда-нибудь. Так, я, по-моему, лампу взял. Если отключит свет, уже хорошо будет. Так, в шкафах спрятаться нельзя, понял? Я бы, конечно, лучше вот такую лампу взял бы, а не керосинку.
Да-да-да-да. Томас, я тебя понимаю, что ты боишься, я боюсь. И все боятся. Телефон. Где он, черт возьми? Так, карта. О, да. Так, цель. Где цель? Не знаю, где цель. Ладно, потом разберемся, где цель. Нужно ответить на телефон, наверное, да? Я где-то услышал, он где-то звонит. Здесь нет. I'm here. There was someone else in the attic outside the door, but I think they've gone now. I don't. But you must look to yourself first, Thomas. If you should be caught too. They seem to be drawn to sound. You must remain quiet. Dear God, that's horrific. I dread to think of you being snatched like that too. Our one hope of helping all of them is finding the cylinders. But why? What do you think is wrong with them? I knew noise attracted them, but what happened to their faces? Please, take the utmost care. And if I don't answer, it means I've had to hide, that they've come back. Окей. Черт, что здесь происходит вообще, а? Гребушки-воробушки. Гребаный отель. Нахрен, Томас, ты сюда вообще, блин, поперся? Какие-то, блин, странные личности ходят. Она на чердаке. Спуститься она боится. И я боюсь. Опа. Сука, задержай дыхание. Пипец. Не дыши, блядь. Лучше не дыши. Блядь, здесь обосраться можно. Блядь, кто это был? Что это было? Кто это был? Такое впечатление, что мы уже по крыше с вами лазим. Что-то я здесь Элизабет особо-то не вижу на чердаке ее. Так, здесь завал, да? Да.
Хорош тебе кашлять, блин. Сейчас ты как кашлянут. Так, а что такое? Ну ты, Генри Хьюз. Вращать. Восстановиться нет. Пока восстановиться, наверное, мне не нужно, потому что мне никто и ничего со мной не сделал. Так что я пока восстанавливаться не буду. Да, детка, да, детка. Чердак, чердак, чердак. Элизабет, я пришел тебя спасти. По-моему, это не чердак. По-моему, на улицу вышли вообще. Да, мы с вами на улице. Ну что ж, ребятки, давайте на этой ноте мы как бы завершим. Вот что-то мне туда вот совершенно в данное время суток, когда я записываю, мне в данное время суток совершенно не хочется идти. Так что, фу, я как бы адреналинчика хапнул. Надеюсь, вы тоже хапнули. Насчет игрушки. Игрушка мне нравится. Я могу сказать, что не так просто очень положительный отзыв об игрушке. Так что всем советую в такой ужасчик поиграть. Вот, не знаю насчет, как тут монстры будут, вот, и как будет, что дальше обстоят дела. Но игрушку, ребят, рекомендую. Вот, адреналин лично я получил. Так что всем спасибо за просмотр. С вами, как обычно, был Neozar. Увидимся. Всем пока-пока.